В эти минуты в Тольятти проходит стратегическая сессия «Новое качество жизни». Это первое мероприятие в рамках формирования общей стратегии развития Самарской области. Инициатива создания документа принадлежит главе региона Дмитрию Азарову. Стратегия должна определить конкретные цели, задачи и, что немаловажно, шаги, которые вновь выведут Самарский край в лидеры Приволжского федерального округа по важнейшим показателям. На сессии работают наши корреспонденты. Слово Анне Ивахиной. Стратегическая сессия «Новое качество жизни» посвящена одной из самых непростых тем в современных российских реалиях – жилищно-коммунальному хозяйству. Собравшимся в течение дня предстоит проработать ряд важных вопросов. Они касаются совершенствования управления жилищным фондом, привлечения частных инвестиций в отрасль и, конечно же, речь пойдет о капитальном ремонте многоквартирных домов, о реализации программы «Комфортная городская среда». Напомню, эта задача на особом контроле у главы региона. Все это обсудят на секциях, определят конкретные цели и контрольные точки исполнения. Причем хочется отметить, что к процессу привлечено экспертное сообщество, в том числе руководители строительных предприятий, архитекторы. Более того, к обсуждению приглашали активных граждан. Они могли оставить заявку на специальном сайте «Стратегия лидерства». В этом отличительная особенность общей стратегии развития Самарской области. Она будет формироваться не чиновниками. К созданию документа максимально привлекут общественность.